همه سلام عید بخلیس لرسیز بلند دیز گون اوینشتر دوام اتمیز Что باش ты نیو کم думаешь? با بمبا دیستانسیون پادریو نپالموی کاکتیل مولوتوف همه سن آوریچ уничтожить орду ученика. Либо тебя увидел я. А это ли Гамаза или Баранс? И каков твой план? Я говорю, надо их как-то замедлить. Эти уроды любят толпиться, лезут друг другу на головы. Если найти узкий проход между грузовиками, зданиями или типа того, им понадобится время, чтобы протиснуться. И как только я от них оторвусь... Тор Йол Керекен, зомби Ляна. Взорвешь их нахрен. Именно. Нахали шкин, брюл там келиши. Келаха. Это твой план. Че, че, леха. Удачи, Санджон. А заходим? Вряд ли это вопрос удачи. Да ладно, я пошел. Вижу, сообщай, если помощь нужна. Ну вот, зомби ледом хочу носить. Принято. Байки утерпит воран. Арек морде хорошо. Бочка. Я на баракам бочка. Где гляну мейки? Кислородные баллоны. Кислородный баллон. Должны мощно рвануть. Yaxshi yana portlarkan. Oldindan reja tuzib olamiz. Mobodo shu tepaga chiqsam, zombilarni oldimi. Oho! Che! Nima qilyapti yana bittasi bor ekan. Байк строс пошерит. Я вахтам золото. Зомби лохуля я файте. Байк строс шева сюда дальше. Ну, бочка. Kamaz ustiga chiqaman, mana nima qilaman. Nima aytdi, bochka bor ekan. Ладно. Oho, atrof to'la bochkaku. Bu yoqda ham bor. Istansiyonli bomba. Анча көп бұлы. Сезіп қосайам. Қалпағым ұшқазады. Угыс есіп оламыз. Қош, мәрі күтіп өтірбемізді бошылар дейді оңыз. Қане? Қалан зақылышсы ма? Не урлари, почам зомби. Хорошо. Охла, охла. Дико на охла. Эткану мухал. Почам из. Хорошо. Я больше не кинам нас. Ох, я птым заллаге. Чхам степаю. Ola qaldı ekan. Yomon emas. Qani anu portlamadi. Yaxshi. Осталось немного, капрал. Где эта
Yana bir joy var. Geçkele var. Gellerin, gellerin. Boçka. Yana boçka. Kaç gerek. Maladiyas. Buna kaç etki tanısı bir ama. Gel, gel o kadar. Selektiyem ruhları oramız ha. Коури, пожалуйста. Пожалуйста, скажите, что это все. Вернуться к капитану Коури. Поразительно. У тебя получилось. Ты перебил целую орду. Да, мне раз плюнуть. Не что с ним уже. Орхан, где ты, Бланко? Сара, ты слышишь? Эх, лейтенант Уэйтекер говорит капрал Сент-Джон. Ответьте на вызов. Бунахаса Бумаги. Куда ты подевалась? Капитан, я сейчас пытался связаться с лейтенантом Уитакер, она не отвечает. Хочешь рассказать об успехе? Ай, ну хай там запали. Да, она будет в восторге. Это уж точно. А мы больше ли хорташки угрома, да? Лейтенанту Уиверу пока не говори, я хочу сообщить лично. Да, ох, да, овалили. Я понял, ваше право. Конец связи. Ага. Так, ну, ох, кеганда, алышки речь. Бризионикта хулимот патрон. Сейчас его там сделаем. Получилось? Ты сумел? Получилось, да, получилось. Уиверу спасибо. Никогда такого не видел. Ты так ловко от них уходил. Ну, вы знаете, когда на пятки наступает орда, это очень стимулирует. Полковник прав. Мы можем выиграть войну. Дэм, как бы он билетчик-то? Şu boçkalaga abarma yanımda yok kovarardım onu. Baktınız bir akşam boçkalara falan. Kemaz'ı üstüge çıktık. Anca fayda gördü Kemaz. Yerge koygen bombalarını korlattım. Ты безработный. Еще как вышло. Да? Прямо жаль, что ты не видел этот фейерверк. Круто! Сегодня отмечаем в офицерском клубе. Да уж, кажется, кое-кого повысят. Эй, ты идешь? А, знаешь, вы идите, я договорюсь, мне надо сперва кое-что сделать. Ну ладно, ждем. Это последнее. Только ничего не разбейте. Кое-что из этого незаменимо. Что происходит? А... Где лейтенант? Капрал Сент-Джон. Простите, сэр. Ничего, сынок. Весь ключевой исследовательский состав был переведен. Переведен? Куда? Просто я принес ей то, что она мне заказала. Понимаю. Но у нас... Пойдем, сынок. Идем. Мэм, приказ полковника. Мэтт, так нельзя. Ты не можешь Сарай. Держать меня в заперти. Вольно, капитан. И сказал Господь Ною, войди в ковчег ты и семейство твое, ибо тебя увидел я праведным ныне предо мною. Мэтт, ну что вы говорите? Простите, лейтенант. Нельзя же, полковник, стойте! Эй! Все нормально. Нормально. Мэм, я принес вам те материалы. Идемте, за мной. У меня новая задача. Это будет яд. Помните, эти материалы смертельно опасны. С ними надо очень осторожно. Понял, я тебя вытащу. Спасибо. Да, мэм. Параман, иди. Сен-Джон, это... Ебать, как я увидел, я исхожу с задания выполнена.
Так, тут наш хреновик. Как я понял. Значительное снижение расход запас силы при выполнении перекрахов. Тюрелина что? Ага. Он балагашкан пойти. Тебя вызывает полковник. Он в ковчеге у себя в апартаментах. В апартаментах? Если зайти со стороны главного лагеря, за первым складом будет проход налево. Ладно, а не знаете, что ему нужно? Что-то насчет дежурств. Не заставляй его ждать, капрал. Слушаюсь. Твое имя упоминали в связи с одним важным проектом. Хорошо себя покажешь, и тебе светит повышение. Да, сэр. Конец связи. Конец связи. Важный проект. Какой еще проект? Как низко они пали. Сюжетная работа. Дик, капрал при исполнении. Сержант, рад тебя видеть. Сара, ты на связи? Прием. Громко шляпе, маржал. Капрал Сент-Джон, извольте не нарушать субординацию. Рядовой, у меня много работы. На выход. Очень извините, мой приказ полковника. Сказал не спускать с вас глаз. Лейтенант, виноват. Просто у меня возник вопрос по поводу вашей заявки. Слушаю. Там написано, что вам требуется цикута. Да, она растет на берегах болот. Можно поискать на северном краю Кламатской топи. Наверняка там будет. Кламатская топь, понял. Капрал, она крайне ядовита. Это самое токсичное растение в Северной Америке. Хорошо, я буду осторожен. Механик. И еще, в тех местах есть зараженные вороны. Надо взять что-то, чем можно сжечь их гнезда. Сжечь гнезда, понял. Еще один момент. Тот другой проект, над которым я работаю. Скоро появится новая информация. Спасибо, полковник Гаррет, прям у тебя шире. Нужны патроны для дробовика. Нужны молотовы, чтобы сжечь гнезда. Алтмыш метр хаттеген, бру. Варры, чидан, да? Мене уз юлды горстыпты, хаттан баш керерген. Один из них. А, очкарь это шире. Сволочь! Мало. Но поводянки. Полковник Гаррет. Я тут. Вот когда я был молод, мы лазали по пещерам вроде этой. Искали петроглифы, рисунки мадоков других племен. Тысячелетней давности. Эти язычники ведь никогда не жили в пещерах. В холоде и мраке. А вот мы, боже мой, как низко мы пали. Полковник, я... Солдат, подчинявшийся лейтенантам Уитакер и Уиверу, тот, кого ты заменил, ушел в самоволку. Он вломился ко мне и забрал принадлежащую мне Библию. Верни мне ее. Да, сэр. Я отметил на твоей карте место, где его видели. Ты свободен. Босса. Как мы с вами пали? Задание выполнено. Я кое-что придумал. Добрат обрасти с секути. А чему что? И шляп вирк-то шашта где? Мам бы ты матям. Не фанат музыки.
başqarga çıxamız bolsa. Aytgan joyga borib kelaylikchi. Şunları. Видео оқыдым. Так давно я стоял перед вами и скорбел о гибели капитана Хименеса, нашего единственного врача. Прослушайте речь полковника Гарри. Моего близкого друга. Зло окружает нас. Ради какой великой цели погиб капитан Хименес? Чтобы один наркоман, жалкое ничтожество, а не человек, смог ширнуться. Хименес погиб, потому что встал между наркоманом и сумкой с препаратами. Я предпринял меры, чтобы такого не повторилось. Ради их же безопасности я переместил лейтенантов Уивера и Уитакер в ковчег, где они будут находиться под охраной 24 часа в сутки. Все, кто обладает... Задание выполнено. А это ли Анжелия Барахоле или Анжелия? Вайсака полковник. Команде уволит для прорыва. Остав вода. Что селян бржойданки? О'Брайен. О'Брайен, ответь, я знаю, что ты на этом канале. Санчо, я думал, больше тебя не услышу. Рация не работала? Я ее выключил. Слушай, мне нужна помощь. Я слушаю. Моя жена, та женщина, которую я искал. Я помню. Я ее нашел, О'Брайен. Она жива. Это невероятно. Надо же, каковы шансы? Это сейчас не важно. Я ее нашел, она жива. Но ее держат у себя ополченцы. Те, про которых ты говорил. Сочувствую. Да нахрена мне твое сочувствие? Мне помощь нужна. Ее держат там, куда я не могу добраться. Помоги мне ее освободить. Ты же знаешь, я не могу. Хотя подожди. Ладно, но сначала сделай кое-что для нас. Говори, я на все согласен. Только рацию не выключай. Я с тобой свяжусь. Ладно, О'Брайен. О'Брайен! А, черт. О'Брайен, да не ордам тирадик. А, черт, точно. Надо спалить оставшиеся места. Ордам берет Янгухша, ладно, сейчас. Ладно, остальные сожгу потом, когда вернусь. Уйди с дороги! Ордам хоч. Чилашина, король обман. Намат, ты меня слышишь? О'Брайен, и где ты, блин, пропадал? Я скинул тебе координаты, встретимся там. Конец связи. О'Брайен, О'Брайен. Засадный лагерь. Лагерь бандитов, сборище головорезов. Сколько засад вы устроили на этой неделе?
görevlisi. Ya ki asasin olmasın. Açın ufası gen bolardı. Remont. Biz bu ayda bol remontumuz. Собрать образцы Сикути. А не которые личи? Сикути. О! Сикута, вижу. Оптик. Давай берегим курс Сикута. И вот тут еще. Цикута, Цикута. Мне нужна Цикута. Нужно еще. Осан, не на оптик там, Зиннарсала. Черт. Крикуны. Сожженные вороны. Они не отстанут. Надо сжечь их гнезда. Надо еще. Надо найти еще. Этого хватит. Я тогда. Максимально. Сара Галбардирамс. Zahar nimadir tayyorlamoqchi-da bu. Mister Berehotga yetarmikan? Qani? Mister Berehot zablokirovan dla ochistiti zarajyonnu zonu. Бензин хана замерзнет. А на козыре у толзарин был отто. А, надо было больше лет. Эй, впустите! Чем сын, я на бензин. Интересно. О, Дик! Капрал! Привет, сержант. Да, у меня и инструмент есть. Капрал Сан-Джон, Дик, заглядывай. Хочешь попробовать? Давай, смелее. Спасибо, капрал. Надеюсь, вы были осторожны, оно токсично. Да, да, конечно, мэм. Слушай, у меня есть план, некогда объяснять. К следующему разу будь готова делать отсюда ноги, понима? Капрал, я не сказала спасибо. Вольно, боец. Я кое-что придумал, use voice. Задание выполнено. Отравление болт. Ага. Лишь бы видит сюжетные новые задания. А что говорят, друзья? Тест-тест.
критический урон. Даже на ланс. Где наносите больше урон холодным оружием? Ваш хозяин. Дикон, капрал Сент-Джон, рад видеть. Привет, Сент-Джон. Сель ваш везде. 1 километр, 6 метров. Если переход его. Майда Баранс, куда же его башка? Rəsədə kimdir gəfləşməkçi biz bilən. Gəfləşməydi mi? Aha, Riki. Riki, buha Riki. Oh, ayıq. Dikon vızıvayt lagir Lost Lake. Bu kuraliçi. O, yomun qoddu. Ayıq, bax o at. Xəbəsini öldürə də ayıq. Я бы на войне шла. Да, сэр. Капрал, хорошо. Да. В наших рядах нашелся еще один предатель. Шпион работал на анархистов. Анархисты? Пять. Да, ты помнишь. Он сбежал, и мы не успели призвать его к ответу. Он отправился на север, и наш патруль его потерял. Я отметил на карте место, где его в последний раз. Новые задания. Ух, пульсинчик. Ну, есть уже. Шакалы. Azgina qaldı aytılgan joyga yetib kelyapmiz. Benzin to'ldirib olsak bo'lardi. Aldı getirdiğin çaydı. O bu havanı özgertire. Kündüz günü. O'Brien. Меня хочешь, O'Brien? Рад, что твоя жена выжила. Да, да, говори уже. Я тебе объяснял, что фрики мутируют. И некоторые быстрее других. Ага. Мы нацепили на одного маячок, чтобы следить за ним, иногда ловить и брать анализ крови. Ну, наблюдать за вирусом. Ясно, а я вам зачем? Он забрел на территорию ополченцев. А, круто. Нам до него не добраться. Да, там не полетаешь. Повсюду РПГ. Ну да. Это чё?
Как найдешь? Ну, сделай кое-что для нас. Тут есть все, что нужно, чтобы сделать биопсию. Нам нужны образцы крови и тканей. Сможешь? Да уж разберусь. Кстати, классная форма, Капрал. Тебе идет? Отсоси. Датчик слежения идет от горы Скотт. Там есть пещера. У экземпляра, который ты ищешь, очень быстрый метаболизм. Мы считаем, он направился туда. Нужно будет еще кое-что проверить. Мы послали туда пеший отряд. Они не вернулись. Просто сообщи, если найдешь. Здесь остались те, кто их ждал. Что еще ты можешь мне рассказать про этого фрика? У нас нет ответов на все вопросы. Нам известно только, что зараженные мутируют. Это скачок зараженная через миллионы лет эволюции. Мы считаем, что они общаются друг с другом посредством феромонов, как муравьи, пчелы и другие. Знаешь, по мне, так ты несешь какой-то бред. Верь во что хочешь. Увидишь нашего подопытного, сам поймешь. Конец связи. Конец связи. Ага. Горге кирдик. О, Брайан, я у пещеры, захожу внутрь. Вы как там, готовы? Да, ждем сигнала. Да чтоб тебе. Что там? Я пошпалил его. Тут все засрали фрики. А ты не в курсе, кто прикончил твоих людей? Я там на Орду не нарвусь. Наши люди просто ушли и не вернулись. Но если ты найдешь их, мы будем очень благодарны. А, ну да, это, конечно, меняет дело. Ну да, я понял, понял. Сейчас будем разбираться. Убрай. Войти в пещеру. Сколько тут ваших должно быть? Сколько у тебя пропало? Четверо. Четверо. Специалисты и три солдата. А меня ты нахрена сюда отправил? Специалист Купер, мой близкий друг. Поможешь мне с этим, и я постараюсь помочь тебе. Конец связи. Конец связи. О, Брайан, пока я тут выслеживаю твоего фрика, давай-ка ты еще немного побубнишь. Расскажи мне про вирус, что-то чего я не знаю. Вероятность заражения при контакте с вирусом близка к 100%. В первые недели погибли почти все, кто был моложе 12. Видимо, неполовозрелость как-то повлияла на иммунную реакцию. Почти все старше 60 тоже умерли. Организм не смог произвести быструю мутацию на клеточном уровне. У всех остальных, кто заразится, начинают мутировать гены. Но дело в том, что вирус мутирует по экспоненте. Да, ты это уже говорил. Что это значит? Это значит, что зараженный фрик, которого ты ищешь, не похож на других. Мы выявили более 12 мутаций. 12? Да, и это только начало. Ты не поверишь, чего мы насмотрелись. Да нет, я так не знаю. Я хочу тебя. Ах, ты пойди. А че, сынче? Он даже не понял, что произошло. А зомбил. О, Брайан, бутылка. Добрался до твоего бойца. Да, он мертв. На плашке фамилия Эрнандес. Как он умер? А я чё, доктор? Откуда мне знать? Кто-то его разорвал на части. Этот фрик, за которым я иду. Может, ты мне чего сказать забыл? Я сказал все, что знаю. Конец связи. А еще один фаер. Видимо, там еще один. Я уйду отсюда.
Эй, ты меня слышишь? Помаши рукой, если ты меня слышишь. Ну да, так он мне и помашет. Блин. Снаряжение Неро. Значит, он пошел туда. Торки тяп, да? Может, сюда. Yerde toplaşmaya mecburum ben. Vaktimizden bu yaptı. Hayat muhlisler, oyun yoktanırsa like basın, kanalda abone olun, yorum kaldırın. Siz bilen keyingi kısımda görüşünce hayır, selamet verin.